В субботу 17 февраля в Сланцевской школе номер 3 родители будущих выпускников вместе с учителями и директорами общеобразовательных учреждений сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Проверить свои знания решили председатель комитета образования Надежда Васильева и глава Сланцевского района Валерий Кравченко. Конечно, все равно все будем волноваться, как бы мы ни говорили о том, что экзамен не является ЕГЭ для нас самоцелью, и результаты ЕГЭ не являются самоцелью, а конечной целью является поступление ребят в высшее учебное заведение, получение дальнейшей специальности и работы по этой специальности. Волноваться мы будем, значит, наверное, основной целью для себя и для ребят, наверное, точно так же является снижение уровня тревожности. Я сегодня желаю всем родителям, чтобы все успешно сдали экзамен. Условия проведения экзамена были максимально приближены к реальным. Для регистрации на экзамен и распределения по аудиториям участникам необходимо было предоставить паспорт, после чего пройти в пункт через металлодетектор. На реальном ЕГЭ участники проходят в пункт без личных вещей. Звонок металлодетектора извещает о том, что он имеет при себе средства мобильной связи, и организаторы просят его сдать телефон на хранение. Для родителей в этот день было сделано исключение. Они смогли пройти в аудиторию с личными вещами. А уже там им пришлось оставить их на специально отведенном месте. В аудитории вновь потребовалось предъявить паспорт, после чего экзаменуемый занимал свое место за партой. И вот, наконец, наступил тот самый волнительный момент – ожидание начала экзамена. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения единого государственного экзамена вы будете удалены с экзамена. Прослушав инструктаж и заполнив регистрационные поля бланков черной гелевой ручкой, родители приступили к выполнению экзаменационной работы. На реальном экзамене дается 25 заданий, а на их выполнение предоставляется 3,5 часа. Для родителей же были приготовлены работы из 14 тестовых заданий, время выполнения 20 минут. И 15-е сочинение было предложено всем желающим в качестве домашнего задания. Сдали мы, думаем, что успешно, хотя мы это можем только думать, потому что великий могучий русский язык, он настолько могучий, что осознать все тонкости и нюансы достаточно трудно. И нам только остается пожалеть наших выпускников, но с другой стороны, они должны знать намного больше, чем мы сейчас, для того, чтобы быть успешными при наборе баллов единого государственного экзамена. Никуда им от этого не деться. Ну, я думаю, что на 3 очка я написал. Да, я думаю, что на 3 я сдал. Всероссийская акция «Единый день сдачи единого государственного экзамена родителями» проходит 2-й год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году она стартует 20 февраля. В нашем районе акция стала завершением традиционной ежегодной февральской недели образования. Сегодня приняли участие 30 человек в этой акции. И в этом году особенностями является то, что мы предлагаем дважды поучаствовать родителям в проведении, попробовать себя в процедурах сдачи единого государственного экзамена. Сегодня и 28 февраля в 18:30 также на базе пункта проведения экзамена единого государственного экзамена на базе школы номер 3. По сведениям Рособорнадзора, в прошлом году к акции, призванной помочь родителям выпускников снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, присоединились более 3000 родителей из 50 регионов. В ведомстве не ожидали, что акция станет такой популярной, и решили сделать ее ежегодной.